Привет, друзья! Краткий обзор летнего и отзыв личный летнего омывателя стекла Shell Easy Clean Summer Screen Wash. 1:100 концентрат в бутылке 250 мл. Суть в чем? Разбавлять только дистиллированной водой в летнее время. До минусовых температур, в принципе, пользуюсь. В Одессе не так уж у нас тут жарко, то есть холодно зимой. Что значит 1:100? Это 1 мл этого средства, вот этого Summer Screen Wash, на 100 мл воды. То есть 10 мл этого средства, это получается 1000 граммов воды. То есть, вот здесь вот мерная шкала есть. Она от 10 до 25. Вот этот пупсик один, он весит 25 мл в этом скринвоше, да? Ты его полный набираешь, вот так вот нажимая, оп, и вот так раз набирается, видите оно? И на 25 мл этого средства, этого шелла, на 2,5 литра воды. Получается чистых 2,5 литра омывающей сумеши. То есть, соответственно, 50 мл этого скринвоша получается 5 литров омывающей жидкости. Если 250, то получается 25 литров омывателя. Вам получается чистого летнего. Мой личный отзыв. Офигительная, классная штука. Комары улетают со стекла, великолепно смываются. Стекло прозрачное, шикарное. Обзор великолепный. В принципе, ну, ставлю плюс этому средству от Shell. Вот, рекомендую. Чуть позже запишу, что есть по зиме хорошего. По концентратам не знаю, но хорошее средство какое-то европейского производства. Я тоже обязательно сделаю обзор по зиме именно. Вот. А это летний рекомендую. Вот. Ссылочку скину там внизу под видео, где можно купить за нормальные деньги. Мне он обошелся, по-моему, 52 гривны или 53. Вот и считайте. Вот. Ну, конечно, нужно будет каждый раз покупать 5 литров концентрата. Ой, концентрата дистиллированной воды, чтобы разбавлять с дистиллированной водой. Вот такие вот дела. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем доброго дня, благословений. Пока.